В Сингапуре в общественных местах появились автоматы с бесплатными многоразовыми масками. Их установило правительство города-государства. Эти меры должны помочь сдержать распространение коронавируса. На сенсорной панели можно выбрать размер маски. После этого надо отсканировать удостоверение личности, и автомат выдает аксессуар. С этим автоматом удобно, не надо стоять в очереди. Обычно в общественном месте идешь к стойке и стоишь в очередь. Потом твое удостоверение личности сканируют телефоном или другим устройством. А здесь можно сделать все самому. С 14 апреля жители Сингапура обязаны носить маски в общественных местах. Нарушителям грозит крупный штраф – более $200 США. Власти Сингапура обеспечивают людей многоразовыми масками бесплатно.